Всем здравствуйте, меня зовут Любовь, и сегодня я хочу рассказать и поделиться с вами своим мнением о консилерах для лица от компании Faberlic. У меня их два. Я обожаю вот этот консилер Beauty Lab. Это такой экспресс-корректор, который помогает скрыть синячки, темные круги под глазами. Я им пользуюсь очень-очень давно, постоянно его беру. Здесь вот такая вот щеточка. Вот, ну, довольно-таки хорошо скрывает темные круги под глазами, то есть похлопывающими движениями наношу под глазки, распределяю мягко и сверху наношу либо тон, либо пудру, но обычно летом я пользуюсь только им, то есть достаточно под глазки, на подвижное веко нанести, ну и естественно, если у вас на коже имеются какие-то неровности, шероховатости, прыщечки очень хорошо маскирует, то есть ну такой must have, на лето я пользовалась им. И решила заказать и попробовать вот такой консилер для лица Glow & Touch от Glam Team. Это такой необычный консилер. У меня он в цвете слоновая кость, но также вы можете посмотреть в каталоге. Есть различные цвета. Бежевый, светло-бежевый, песочно-бежевый. То есть, ну, на ваше усмотрение, смотря какая у вас кожа, да, цвет, тон кожи. Обратите внимание, здесь тоже есть кисточка, вот она. Довольно-таки удобная, мне очень понравились эти кисточки. Вот, смотрите, нанесу на руку. Вот, обратите внимание, у меня здесь ну, небольшая такая царапинка, я нанесу. Вот, закручиваю. И сейчас немножечко распределю. То есть этот консилер имеет блеск. Он такой легкий, да, текстура, очень мягкая, приятный такой. Аромат очень-очень приятный, обалденный. Смотрите, он не забивается в поры, имеет такой блеск, я не знаю, насколько вам видно или нет. Мою царапинку он замазал, то есть ее не видно. Очень рекомендую использовать этот корректор, особенно в вечернее время, то есть если вы куда-то идете, в кафе, на какое-то мероприятие. Также можно его использовать для маскировки каких-нибудь прыщиков, да, то есть впадинки, носогубные впадины. Также можете на веко его наносить подвижное, кому как нравится. Но имейте в виду, что этот корректор имеет свой блеск, да, такой вот, как будто бы у вас тени посыпались в глаз немножечко и имеет вот такой вот оттеночек. Но с другой стороны, это очень... очень классно, потому что эти светоотражающие частички немножечко преломляют, конечно, свет и делают синячки незаметными. Поэтому очень-очень рекомендую, девочки.